госномера Харитон, 302, Харитон, Ульяна, 52 регион. Развернулся против одностороннего движения и обратного направления на 8 бит. На требования об остановке не реагируют. Всем здорово, народ, на канале Бублик Channel, и сегодня мы с вами продолжаем играть на проекте Green Tech Roleplay. Прошлый ролик просто завалили положительными комментариями, а я напомню, что прошлый ролик был связан с ДПС буднями, и поэтому я записываю второй ролик, так сказать, продолжение. Со мной сегодня будет Егор, тот же человек, который был в прошлом ролике. Вам он тоже очень сильно понравился. И я надеюсь, что вы дальше продолжите мотивировать меня своими комментариями, лайками и, что самое важное, подписками. Да, ребята, если вы не подписаны на канал, обязательно прямо сейчас подпишитесь. Также скачивайте Green Tech по ссылочке в описании. При регистрации вводите мой никнейм Адамс Мачини и получаете 100 тысяч рублей при достижении 5 уровня. Ну что ж, вступление я записал, а теперь можем начинать. Привет еще раз, меня пригласили во вторую часть будней сотрудника ДПС, на что я опять согласился. Сегодня у нас... Да, ты, у тебя интонация была такая, как будто я заставил тебя. Оставил это так. Да. Ладно. Сегодня покатаемся по Арзамасу и по области, повылавливаем нарушителей. Сначала надо подчиниться. Игорь Интваген тонированный. За геликом поехали. Поехали? А он сам к нам едет, смотри. О, так даже лучше. Я скатаю мне его? Да. А он погони любит? Смотри, есть такая система, сейчас я тебе про нее расскажу, что если тебя на сервере лишают больше 3 раз, то в следующий раз ты сдаешь на права не в автошколе, а в ГИБДД экзаменатору. И там уже в соответствии как с реальным ПДД ты катаешься, там штрафные баллы, это все. Ужас. И вот он сдавал уже 14 раз на эти права. Охренеть. Жесть, 14 раз пацан сдаёт. Капец. Смотри, если он попадает в тонировку еще раз, мы его в автомобиле эвакуируем. Прикольно. Ты на эвакуаторе покатаешься. А сколько стоит эта тонировка, что он ее так спокойно растонировал? 25 тысяч. А, ну ладно. Погоня. О, поехали. Это нам. Да-да-да, пошли. Только завести машину надо? Да-да, заводи. Она не заводилась просто. Так, ну там приора белая, я думаю, это то, что надо. У нас идет лютая погоня за приорой. И с одной стороны, я должен молчать, если я в IC-канале. Но я не понимаю, я в IC-канале или нет. Поэтому, если в IC-канале, меня просто кто-нибудь пусть из ребят кикнет. Вот, а тем временем погоня идет. Егор, Егор, я в IC-канале? Ты же мне можешь бы чат написать. Сейчас посмотрим. Слушайте, мага какой-то. И Ахмат Магомедов. Ого. Ого. Неплохо, неплохо. Ну, погони я люблю. Погони я люблю. Обычно я люблю в погонях уезжать, но, в принципе, догонять тоже неплохо. Догонять тоже неплохо, учитывая, что у нас тачка... Я вообще не знаю, как они так хорошо от нас уходят на приоре. Жалко, что они в IC-канале, сейчас бы услышали диалоги. Блин, ну, у нас еще Логан. Ой, это не Логан. Или Логан, по-моему, Логан. Ну, Шкода, конечно, побыстрее будет. Приорщиков мы догоним, я думаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, у нас ДТП было небольшое, однако это совсем фигня. Так сказать, небольшой подрез. Они меня... Я стараюсь их не таранить, они просто прям перед моим носом поворачивают, поэтому я как успеваю, так и притормаживаю. Очень тяжко их догонять. Я вот, опять же, вот я сейчас из-за того, что не в канале, мне сложно как-либо судить свои действия. Егор бы мне сейчас сразу сказал: так, ты говно, ты неправильно все делаешь. А то сейчас он мне этого сказать не может. Я поэтому тоже ничего не могу. Хорошо. Я ему перекрываю дорогу, но из-за того, что чисто я быстрее. Я быстрее, я могу перекрывать дорогу. У нас 19 литров. Я надеюсь, нам хватит 19 литров. Подлагивает почему-то жестко. Я не знаю, у меня так провинция не подлагивает, как Green Tech. Наверное, из-за того, что я ЕНБ постоянно включаю. Ладно, я не буду включать ЕНБ. Слушайте, погоня это максимально круто. Особенно, что... Ой-ой-ой, он чуть под фуру не улетел. А, понял, понял, по тротуару пацан поехал. Ну да, приоры же ничего не боятся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он прям в полицейский участок ушел. Это же наш полицейский участок, реально. Вот это он хорошо в меня впечатал. Ну, блин, по РП тут вообще жопа. Ты как? Смотри. А, я тебе не в тот канал, видимо, перекинул. Да, да, я тут сам с собой сидел, разговаривал. Мы едем или как? Смотри, поскольку было ДТП, надо отыграть хотя бы минимальное транспортное повреждение транспортного средства. Повредить. Не, я отыграю. А, все. Что будем делать? Поехали.
Сейчас я спрошу, их не догнали. А, у авто сильная поломка, я не могу завестись. Он меня подрезал жестко, я его... Смотри, здесь игроки немножко умеют от нас уезжать. Смотри, на перекрестках не надо топить газ. Ты газ отпускаешь, и когда он заходит в перекресток, ты уже сможешь на, очень легко на А или Д нажать, чтобы зайти в поворот. И то есть шанс тоже заходишь в поворот больше вместе с ним. Не надо их опережать в городе, потому что очень много препятствий, которые он тебя может отправить. Стол, бордюр, другой автомобиль и так далее. В городе мы катаемся за ним. Пит-маневры не применяем. Ну, я вот пока ехал, пока меня никто не слышал, в том числе и ты, я говорю, вот я сейчас наверняка какую-нибудь фигню сделаю, и потом Егор мне за нее выскажет. О, фига. Это прикольно. Slash me начал подцеплять. Не, подожди. Понял. А, все, я не нужен. Да, хочешь на эвакуаторе покатайся? Ну, давай. Да и стоп, поехали. Опа, гелик уехал. А, он растонированный. Это, да. Да, это того, которого мы тормозили уже. А вот этот? Все, отлично, первый штраф я сегодня свой выписал. 8000 рублей. Местом выбором. На красный проехал. Нет, там не на красный, он опять в тренировке. А, ну тогда тем более. Только поставил ее. Ну что? Я думаю, он заслужил. Да, он заслужил эвакуацию. Эвакуацию автомобиля. Это круто. Мне прикалывает, что вот мы его буквально 5 минут назад видели, до того, как их остановили, и он был еще без тонера. И сейчас он опять с тонировкой. Вообще жизнь ничему не учит. Все, короче, я побежал за эвакуатором. Я как раз скин возьму. Ты пока с ним там постой, поговори. Побежал? Да, побежал. А может, ты перезайдешь просто? Нет, так неинтересно. А, ну да, так бежать-то через полгорода нормально. 1030 шоколадок вам хватит? Ты не надо пока деньги брать. Не-не, я не буду. Пока. 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 Типа, подожди меня, это значит. Хорош, Егор, хорош. Само как-то вырвалось. Само вырвалось, да-да-да. Пока не надо, подожди, да? Типа. А то если ты не приедешь, то мы его не сможем еще на 30-ку бахнуть, да? Чтобы двоим оплачивал. И вообще взятки это плохо. Я это вырежу. Я оставлю, как ты сказал. Бусаева, значит, да? Да, за мной поехали. Аккуратно, автомобиль. Так, смотри, он сейчас за мной встанет, этот Opel, и ты за Opel'ем вставай. У меня причем звук того, как будто я на гелике еду. Да, это нормально. Ой, тут несколько трупов. Ладно. Хорошо. Мы сделаем вид, что темно, и мы их не видели. У меня краш, подожди. Может, я без тебя поеду, или ты как? Езжай, сейчас я узнаю, что там случилось. Так, ладно, я поехал. Слушай, мне... Штрафстоянка, знаешь? Штрафстоянка? Да-да-да, я там уже X5 забирал. Понял. Было дело. Специализированная стоянка. Мне заезжать туда через H, по-моему. Или Янки. Ну, Игрит. Оно не открывается. Так, и все, мне нужно ее красиво поставить, да? И прописывать команду /штраф. Что я это красиво поставил, ты бы видел. Так, штраф 12.5.3.1. Все? Угу. Введите причину ареста автомобиля. А, вот в это окошко надо вводить 12.5.3.1. 5.3.1. Окей. Все. Вы успешно арестовали транспорт данного игрока. Все, теперь тачку везу обратно. Угу. Эвакуатор? Да. На штрафстоянке может стоять, там есть парковка для них. А, да, вот стоит один. Потом скарнится он. Все, понял, вопросов не имею. Давай 42-го сопнем, он через сплошные так повернул. Такое, так, стоп, 42 написать? Да. А, все, он расписался, да? На 6 часов лишил, да, поехали. А, ты его лишил? Да. Ну, все? Пошли. Сейчас я ему документы верну. Проходит в южный. Проходит в прямом направлении, будет... Нет, поворачивать налево, идет на отдел МВД. Так, проходим под эстакады по проспекту Ленина в Южном. По правую зону будет промзона. По правую руку будет промзона. В прямом направлении ВАЗ-2107 белого цвета, тонировка. По Южному двигаемся по проспекту Ленина. По правую руку промзона. У 8 бит проходит в прямом направлении, идет на ОМВД. Неоднократно нарушает красный свет. Разворачивается, будет идти в сторону 8 бит по своей полосе. По левую руку будем проходить 8 бит на перекрестке с первую полосу занимаем, специальный батальон пропускаем.
Продолжаем вести преследование за маркой ВАЗ 7 модели. Это у нас белый ВАЗ 7 модели, тонированный полностью. Госномера Харитон 302, Харитон Ульяна, 52 регион. Развернулся против одностороннего движения, едем в обратном направлении на 8 бит. На требования об остановке не реагируют. Внезапно себя проявляют на проезжей части, пытаются подрезать служебные автомобили. Вышли на Пушкина, будем подходить на перекрестке у ТЦ Апельсина. На ТЦ Апельсин парковка заходит. Выходит здесь через Егор, пешеходник. Будем по главной, по Советской, идти на мост имени Ленина. ВАЗ 7 модели тонированная, Харитон 302, Харитон Ульяна, 53 регион. Может, проходит, запрещаешь сигнал светофора, не перебивать. По Советской идем, к ЖД подходим, к мосту имени Ленина будем подходить. Дополнительные экипажи на параллельно подходить. Не обвиняйте вообще, без шансов, подрезаю сразу же. Либо, Егор, бери по левой стороне охват выше, чтобы он тебе это... По трассе R2 идем в сторону Батрева. Совершил ДТП, продолжает движение. Может быть, коробочка? Или тиски? В колесо давайте жарим, да еще. Сейчас по дереву. Я понял. Пеша. Нет, не пеша. Будем подниматься на ЖД пути в сторону кольцевого движения, нерегулируемого, где выезд сгорели на Роговича. Скорее всего, ловлю его. Поймал. Сотрудники МВД кольцуйте и до служебки его тащите. Лишайте его, я вообще забаню его. За что его банить? Лишите его речи. Вот дайте погоню им есть? Лишить. Всем экипажам спасибо за содействие, распускаем к нам КС-7. Все было так отлично, если бы нас по пингуне въебали бы в дерево. Все, можем говорить, да? Да. Они тут просят его прав лишить? Сейчас лишу. А, ну все. 12 часов? Конечно, за такое на 12 сразу. Спасибо тебе огромное в очередной раз, что помогли записать ролик. Надеюсь, подписчикам в очередной раз понравится, как и прошлая серия. Вот, ты летишь, да? Да. И они подпишутся и поставят лайк. Ну и обязательно перейдут на GreenTech по ссылочке в описании. Ну что ж, ребята, всем огромное спасибо, до новых встреч, пока.